квадратный. Слушай, ну надо так же делать весь поселок. То есть мы можем сами сделать кусочки пластика, да? Да пенопласт возьмем обычный, купим. Из него легко вырезается. Из коробок. Да у нас мы, поселок. Да мы голову ломаем, ходим, какой поселочек нам сделать. Какой поселочек? Да. Земля есть, деньги есть. Нет, земля есть, денег нету. Есть деньги только на коммуникации. А деньги мы хотим же коммуникации. Через краудинвестинг. Вот, и для этого как раз красивые проекты домов, чтобы они были интересны. На берегу водохранилища. Вокруг создания уже началась история, как эта тема двигается. И на самом деле краудфандинг это вообще интересно.